про ідеальність моменту відсторонити Путіна зараз від влади, адже він далеченько тепер перебуває від свого московського трону. Про візит Володимира Зеленського до Нью-Йорка. Чи наважиться він з трибуни Генасамблеї ООН відкритим текстом присоромити ту ООН за байдужість? Ну і чи вдасться Зеленському присоромити Байдена за вагання у передачі нам F-16 та атакамсів? Про все це на стрімі в Ютубі 24-го говоримо з політтехнологом Михайлом Шейтельманом. Пане Михайле, радий вас вітати. Слава Україні! Героям слава, здравствуйте. Пане Михайле, Путін нині за 9 тисяч кілометрів від того свого московського трону, Путін у Владивостоці. І знаєте, якби Пригожин дійсно інсценував свою смерть, то, от, схоже, зараз був би ідеальним моментом у Пригожину, щоб захопити в Кремлі владу. Так от, допоможіть зрозуміти, а чи є хтось такий там, тепер в тому Кремлі, як Пригожин, хто хотів би повторити цей от фінт вухами ГКЧП, які влаштували путч, коли Горбачов був в Криму у Форосі? Або ж, може ви скажете, да, що у Владивосток взагалі поїхав двійник Путіна, а справжній Путін там в спідньому, в шапці Мономаха, зараз на тому своєму московському троні в бункері сидить? Ну, у Владивосток, я думаю, поїхав настоящий Путін, тому що предстоїть зустрічатися з якими-то лідерами, я навіть не знаю весь список, там же все-таки этот саммит Тихоокеанський. В прошлом году там был председатель парламента Китая, по-моему, там был руководитель хунты Мьянмы, там был Пашинян, премьер-министр Армении, и премьер-министр Монголии. Вот такой был список тихоокеанских сверхдержав. Сейчас, как видим, вместо, значит, Пашиняна, видимо, приглашен Ким Чен Ын на этот саммит. Но там будут, короче, когда встреча с международными лидерами, то кроме Лукашенко со всеми встречается, конечно, настоящий Путин, иначе это был бы международный скандал, и неизвестно, чем бы закончилось. По поводу устранения и неустранения. Вы знаете, когда был путч Пригожина, то были все возможности устранить Путина. Путин тогда вообще сбежал из страны, ну, из, по крайней мере, из Москвы, не из страны, из Москвы, из страны ему некуда бежать. Он сбежал вместе со всеми своими соратниками, вместе с Мишустиным. И, в принципе, любой кремлевский более-менее человек из истеблишмента мог занять его место, и никто бы не пикнул даже. Просто пришел бы, сел на кресло, вызвал бы Первый канал, сказал, берите интервью у меня, что я теперь главный, и все. А кто мог за это побороться и что-то сделать? Сейчас гораздо хуже ситуация. Тогда разбежались все. Росгвардия сбежала, ФСБ сбежала, поэтому тогда можно было забирать власть. Но они тогда не забрали. Поэтому сейчас, естественно, кремлевские уже все ясно с ними. Они забрать эту власть не в состоянии. Поэтому все расчеты не на них. Вот. Ну и для этого совершенно им не нужно, чтобы Путин был в бегах. Наоборот, можно захватить Путина, арестовать или расстрелять и спокойно совершенно забирать себе власть. Но для этого не нужен ему отъехавший куда-то Путин. В Пекіні, у Владивостоці, да, Путін має побачитися, зокрема, подейкують і з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. І знаєте, от якщо ця зустріч відбудеться, то я так собі розумію, да, що концентрація зла на квадратний метр тоді буде просто зашкалювати. На вашу думку, чи може так статися, що в той момент оця гієна огніна розверзнеться і диявол особисто забере їх двох до себе в пекло? Або ж, якщо перефразувати, ідеальний просто момент, я не знаю, щоб якийсь американський томагавк випадково збився з курсу і поцілив в той момент цей от Владивосток. Видите ли, вот этот режим, по крайней мере, Ким Чен Ын, режим Северной Кореи, доказал свою устойчивость. То есть, что он не зависит от одного человека. Все-таки Ким Чен Ын, он не основатель северокорейского режима Чучхе. А основатель Ким Ир Сен, потом Ким Чен Ир, потом только Ким Чен Ын. И мы видим, что один Ким сменяет другого, а ситуация там не меняется. То есть, это действительно то, как эта страна живет, хочет жить и будет жить. До каких-то, ну, неизвестно каких событий. То есть не следует там ожидать, что если завтра убьют Ким Чен Ына, народ такой встанет, о, все, Ким Чен Ына нет, мы теперь будем жить по-другому. Но они будут искать следующего Кима. У них нет другой истории. У этой страны нет другой истории. Эти люди, которые считаются корейцами, ну, по крайней мере, да, так считаются корейцами, они же даже антропологически отличаются от южных корейцев. Они там на 15 сантиметров ниже южнокорейцев. Я думаю, что если померить IQ, то он там в два раза может оказаться ниже, чем у южных корейцев. Поэтому это просто новая такая общность, новый вид, что ли, выведенный. Ну, уже так получилось. В России не совсем-то, поэтому как раз уничтожать их обоих смысла нет. В России не совсем так. В России мы не знаем до конца, у нас нет стопроцентной уверенности, чтобы сказать, вот гибель Путина означает крах. Это не автоматически. Точно так же, как гибель Путина не означает, что найдут Путина 2. Тоже не автоматически.
В России нет традиции вот этого наследования, как у Кимов. Ну, то есть там все время это был родственник какой-то. Главное, в России нет идеологии. То есть вот тут главный нюанс, что советский в свое время строй, что северокорейский, построены вокруг идеологии. Вот был коммунизм, который строили советские люди. И один вождь сменял другого и продолжал строить коммунизм. Каждый следующий брал ту же книгу. Вот Карл Маркс, «Капитал», вот Ленин, вот там что еще вам нужно. Манифест коммунистической партии «Призрак будет по Европе». И мы знаем, что делать. В Северной Корее происходит то же самое. Там есть идея Чучхе. Ты берешь книжку, и там написано, ты новый руководитель Северной Кореи, бери книжку, иди, строй. Нам же не надо ничего менять. А в России-то нет этой книги. В России нет идеологии, она просто физически не существует. Как называется идеология сегодняшней России? Путинизм, ну вот у нас, как мы, нет, мы его рашизм назвали. Ну, в принципе, там путинизм, то есть он привязан лично к Путину. Рашизм, у него что, есть какие-то корни, явные постулаты? Ну, нет. Поэтому им будет очень трудно удержать, потому что непонятно, что удерживать. Поэтому уничтожение физическое Путина имеет смысл, физическое для освобождения России имеется в виду. Уничтожение физическое Ким Чен Ына, оно лишено смысла. Ви кажете, ідеології на Росії немає, а наскільки ймовірно, що Росія просто тепер от повернеться до старої радянської і ще ідеології, до тих старих радянських міфів? Чому так питаю? От сьогодні маємо новину про те, що поновили пам'ятник Дзержинському, Феліксу Едмундовичу, на що я пам'ятаю, як його по-батькові звуть, але менше з тим, той пам'ятник, який в 91-му році на Луб'янці знесений був після провалу Пучу ГКЧП, от сьогодні поновили, просто один в один поставили, тепер там Наришкін відкривав сьогодні. Ну, тобто вони потроху повертаються до того, да? Чекіст номер один, ідеолог цього кровавого комуністичного терору, красного терору, да? От вони тепер його знову шанують, вшанували пам'ятником. Они поставили не совсем такой памятник. Они поставили его меньшего размера, это раз. Во-вторых, они поставили его не на открытой площади, где он стоял, на площади на Лубянке. Ну, площадь Дзержинского, я не знаю, как она называлась при советской власти. Сейчас она называется Лубянка. А поставили в каких-то там дворах своего этого службы разведки, ну, где Нарышкин царствует. Вот. То есть это не народный памятник, это для своих, для бандитов. Внутри как бы своего бандитского логова они его поставили. А почему, спрашивается? А потому что, в принципе, народ остальной в России, он не в курсе про вот этих вот Дзержинского, коммунизм. Там очень большой разрыв, понимаете? Все-таки советские люди строили коммунизм вместе со своим политическим руководством. Там каждый учил в школе эту программу партии, ну вот в институте. Как без высшего образования должен выучить так называемую партянку. Партянка — это история партии, да? Вот, и ты вот ее учил, значит, портянку. И все-таки эта идеология была все пронизана. Нет, люди могли одни над ней смеяться, другие воспринимать всерьез, но знал ее каждый. Ну, кто там образованный человек, знал на уровне уже целой книги «История партии», малообразованный знал на уровне лозунга там «Мир, труд, май» или что-нибудь такое. Но, тем не менее, народ и партии были едины, это не шутка, это было действительно так. Сегодня народ и партия в России тоже едины, но вокруг совершенно другого, не идеологического. Вот народ и партия «Единой России» и Путин сегодня в России едины вокруг лозунга «убивай, грабь», но не насчет, но не лозунга там коммунизма, строительства или что-то. Нет, мы пойдем всех, вот лучше всех сформулировал Владлен Татарский, ныне покойный, всех ограбим, все как мы любим. Это лозунг современной Российской Федерации. Но это же не идеологический лозунг, это лозунг, так сказать, действия в настоящем моменте. Вот, поэтому это все. Тот же Дзержинский, да, он расстреливал, убивал людей массово, просто массово. Пытал, убивал и расстреливал. Так же, как сегодня российская армия. Вроде бы ничем не отличается. Но у него были идеалы, ради которых он это делал. А ради чего это делают российские солдаты? Просто ради удовольствия, ради наживы личной. Дзержинский не заработал ни копейки со своих пыток и убийств. Он был неким идеалистом, фанатиком, сумасшедшим идеалистом. В России сегодня таких не осталось. Ну, потому что для этого нужно отменить бизнес, отменить, закрыть все вот эти все это, заработок, рестораны. Понимаете, Путин не забывает заработать для себя лично там, процент зерна украинского ворованного. О чем мы говорим? Какой коммунизм? А те, що Путін тепер от все-таки продовжує гратися певною мірою, дав цю от демократію в тому плані, ну я про вибори зараз, да, вони знову готуються до президентських виборів, хоча здавалося би, ну от нащо воно їм, чому він дотепер задовольняється лише посадою президента, чому він досі не посадив себе на царство, не знаю, не назвав себе отцом народів, ну тобто, чому він от продовжує гратися в вибори, чому вони готуються до виборів 24-го року, чому Пісков каже,
що вибори все одно будуть. Ну, хоча, звісно, він там проговорюється, що вибори в нас це не про демократію, а про бюрократію. Він цей обмовився, вже навіть відсоток назвав, з яким Путін переможе. Бачили ми, да, ті вибори, які минули на Росії тепер, що там 21 губернатор в першому турі. Кожен як один переміг. І цей Собянін, да, 76% набрав. Ну, тобто в них все одно ця імітація якихось демократичних інституцій має місце бути. Нащо? Чому так? Ну, похоже, виглядить следующим образом это мне. Со стороны, конечно, это сейчас бы я буду скорее угадывать, да, потому что понятно, что здесь какой-то прям простой логикой не объяснишь. Объяснить это можно, как вам сказать, некой инерцией существования. Вот есть люди разные, много, которые работают в этой системе. Есть люди, которые работают в системе выборов. И их сотни тысяч в разном виде. Я сейчас имею в виду не только Центр избирком, а какие-то политтехнологи, ну, люди, которые называют себя политтехнологами, они, естественно, таковыми не являются. Какие-то люди, которые снимают какие-то ролики, печатают какие-то плакаты, что-то делают. Это огромная индустрия, это сотни тысяч людей. В том числе в Кремле. То есть в Кремле, ну, естественно, если по стране есть разбросанные, так сказать, все эти работники сферы публичной политики, назовем так, то в самом Кремле есть кураторы этой сферы публичной политики. Опять-таки, у них есть бюджеты, штат, люди. Вот если сказать, что теперь это просто царь, и все то отменить, то это как минимум сотни тысяч людей, а скорее даже миллион, которые просто лишаются всего, бюджетов, вообще всего, да, всего наполнения. И это возможно, это можно сделать технически, не будет восстания от этого, не будет переворота, народ не взбунтуется. Если завтра объявят все, теперь Путин у нас объявлен вечным президентом, так сказать, ну вот так получилось, да? Ну, в принципе, давайте там референдум проведем. Или, знаете, выйдет какая-нибудь Валентина Терешкова, даже референдум скажет, не стоит проводить, и так мы же знаем, что Путин. Все скажут, ура-ура. В принципе, так и произойдет. Но тогда надо распускать миллион человек, находить им новое занятие. Да, они могут там, не знаю, полировать корону или что-то еще делать. Ну вот сейчас так. Это вот из разряда работает, давайте не будем трогать. Оно же работает. Вот же все проценты. Нарисуем сколько хотим. В принципе, кому-то это нужно. Ну, особо в России точно никому. За границей показывать, что смотрите, у нас выборы, ну, можно показывать. Зачем? Опять-таки, ну вот сегодня Путин признанный Западом президент Российской Федерации. Хотя этот человек в 2011-2012 годах именно силой узурпировал власть. Его партия проиграла выборы, он проиграл выборы. Люди вышли на улицу протестовать, их просто всех избили, посадили в тюрьму всех активистов. Тогда, в 2011-2012 годах. Это так называемое болотное дело, там еще что-то, еще какие-то дела были. Вот. И все. Но его же признали, Запад же признал его президентом, несмотря на то, что он просто самопровозглашенный был президент в этот момент. Запад же признал парламент, Государственную Думу. Ну так уже сейчас объявит Путин себя вечным президентом точно так же. Я думаю, его Запад признает пожизненным президентом. Не вижу никаких препятствий. Поэтому да, в принципе, в этом какого-то сакрального большого смысла нет. Я думаю, инерционный сценарий, то, что называется. Инерция мышления и работа для миллиона людей. Але в продовження, да, оцієї теми виборів, все-таки день єдиного голосування напередодні минув. Ну і от, знаєте, ті всі, бодай, мінімальні загравання, які, можливо, в Кремлі ще і були перед цими так званими своїми виборцями, співгромадянами, то тепер потреби в тому немає в Кремля це все робити. Я до чого веду? Які шанси, що, умовно, вже завтра Путін оголосить про цю тотальну мобілізацію, для якої начебто вже все і готове, ну, тому що вони місяцями перед тим робили жорсткішим своє законодавство, ухвалювали різноманітні законопроекти, покликані унеможливити ухиляння від призову. От на вашу думку, яка ймовірність того, що вже завтра Путін вийде і тут тотальну мобілізацію оголосить? Я думаю, що напрасно некоторі зв'язують мобілізацію і вибори. Прямо два взагалі не зв'язаних явлення. Говорят, он дождется сначала выборов, чтобы до выборов не объявлять мобилизацию. Какая разница? Вот это тоже инерционность мышления. Понятно, что 10 лет назад он бы так сделал. 10 лет назад они бы так сделали. Потому что 10 лет назад у них была диктатура, как вот это называют, да, это не мой термин, диктатура обмана, а сейчас стала диктатурой силы. То есть 10 лет назад они вводили в заблуждение собственное население, обманывая, что якобы они выиграли выборы, якобы за них кто-то проголосовал там, и так далее. Якобы они там чего-то строят, какое-то общество. Но это был обман. Сейчас нет. Сейчас ты как? Ты голосуешь за или мы тебя расстреляем? Ты поддерживаешь войну или мы тебя посадим в тюрьму? Это диктатура силы. Поэтому здесь нет места тому, что
ой, мобилизация плохо повлияет на умы, на головы. Голов нет, умов нет, всем наплевать, что там в голове у кого. Тебя просто посадят в тюрьму, если ты не пойдешь в армию. Тебя посадят в тюрьму, если ты будешь против мобилизации. Если ты будешь против выборов, против победы Путина, за все что угодно тебя посадят в тюрьму. Поэтому не надо эти две вещи связывать. Вот просто не надо. А когда у них будет мобилизация, я сказать не могу. Мне тут уже больше догадок тоже совсем уж. Мне кажется, они действуют, как вот Путин продолжает действовать, методом на потом. Все потом. Все потом. То есть надо залатать дыру, но у нас потом будет дыра, мы ее залатаем мобилизацией. Не будет дыры, давайте не будем латать мобилизацией. Пока ведь работает, они же проводят скрытую мобилизацию. Сотни тысяч людей, сотни тысяч. Ну давайте не будем пока ничего трогать, а то зачем? Значит, надо будет, ну все, прорвется фронт. Ну тогда будем делать мобилизацию. Пане Михайле, а росіяни як на те реагують, на вашу думку? Чи маєте ви інформацію звідти, можливо, спілкуєтеся? Я про те, що ми пам'ятаємо їхню реакцію на минулорічну часткову мобілізацію 21 вересня, яка була оголошена, коли вони все-таки масово кинулися тікати за кордон. І протягом цього року багато хто, направду, повернувся. Ну, тому що там не змогли влаштуватися за кордоном, витратили всі гроші, повірили в те, що ну більше не буде, бо Путін же ж хоча тому вірити, да, його запевнянням, ну це скільки разів вже він з тим всіх обманював, з пенсійним віком, з мобілізацією, що її не буде в принципі. Але менше з тим, чимало росіян повернулося. От чи буде тепер їхня подібна реакція до того, як мільйон втік, чи знову іще там черговий мільйон набереться, щоб з Росії тікати? Да, наберется миллион, конечно, обязательно, который будет бежать, это так, если у него будет возможность, потому что весьма возможно, что им запретят выезд, но в принципе, да, они готовы бежать. Но сбежал 1 миллион из 140 миллионов. А среди 140 миллионов тех, кого можно призвать, ну сколько-то миллионов, опять-таки, штук, сколько-то, не знаю. Разные есть оценки. Там Шойгу называет 15-20 миллионов. Западные разведки говорят про 3-4 миллиона. Там. Наша разведка про 1.5 миллиона. То есть в любом случае у них, ну, те, кто сбежали, они не обязательно входят в эти 1.5 миллиона. А, то есть у них в любом случае хватит на мобилизацию. Они же не могут мобилизовать миллион человек. Потому что им некуда их посадить, некуда положить, не во что закопать там, и так далее, завернуть. Вот. Они в любом случае мобилизовывать будут сотни тысяч какие-то снова. То есть вот та цифра 300 тысяч – это тот, грубо говоря, максимум, который способна переварить российская армия единоразовой мобилизацией. Поэтому, ну, сбежит миллион. Ну, 300 тысяч-то точно можно мобилизовать, вообще не вопрос. Поэтому, к сожалению, у них всегда, пока в ближайшее время, будет кого мобилизовывать. А те, кто сбежали, они служить-то не хотели. Так и будуть збігати знову туди-сюди. Ну, але нічого бачите, не зміниться. Коли минулого року, да, вони оголосили ту мобілізацію, як росіяни на те реагували? Вони іще вірили, да, обіцянкам, що вони будуть десь там блокпости, на блокпостах стояти, десь там частини охороняти. Вони їхали тоді весело, задорно, з водкою і баяном. Але тепер рік минув, вони то точно вже мають знати, куди направду їх будуть мобілізовувати, що їх відправлять на фронт. Чи зміниться реакція на оголошення цієї мобілізації? Чи буде повторення Дагестану? Чи є шанси, що тепер обізнані, да, що їх відправлять на нуль, що їм не буде захисту, що їм не буде евакуації, що їм не буде бронежилетів? Чи може бути більш масштабна реакція, ніж була в Дагестані? Я, звісно, не знаю. У мене немає там ніякої соціології, даних. Але все, що ми бачимо, все, що я бачив своїми очима, це якісь відеозаписи. Відеозаписи там пленных российских, мобилизованных в том числе, каких-то раненых российских мобилизованных, каких-то людей в каких-то там маленьких городах российских, когда у них на улице спрашивают про их отношения. Вот у меня складывается впечатление, это все нерепрезентативно, как понятно. Это то, что вижу, то вижу. Мне кажется, что будет все то же самое. Что это такая же алкашня, которая точно так же будет пьянствовать весело в автобусе, потому что ей нравится. И точно так же поедет, и она ничего вообще не понимает, куда едет, где это находится, куда их везут. Все будет то же самое. Сказать, что они прям радостно ехали, ну так, ехали пьянствовать просто. И думали, что едут пьянствовать. И поедут они снова пьянствовать. И единственный способ с ними бороться, ну как с тараканами, да, просто более эффективные средства уничтожения, да, более эффективные. Нам их предоставляют, вот кассетные боеприпасы, все больше и больше. Вот чем их больше будут давать, тем лучше. Плюс там ракеты для Хаймарсов с кассетными боеприпасами будут, наверное, давать. Просто чтобы уничтожать как можно больше этих мобилизованных. Потому что что-то сделать с их там, назовем это смешным словом, боевой дух, но это на самом деле не боевой дух, это было бы издевательством. Но с их безалаберностью, с их таким не безучастным отношением к собственной судьбе. Они к собственной судьбе абсолютно безучастны.
Их родственники точно так же безучастны к их судьбе. Их родственников устраивает, что их заменят на 7 миллионов рублей. Ну, замена человека на 7 миллионов рублей всех устраивает. Поэтому все, что мы можем, это ускорить этот процесс замены людей на 7 миллионов рублей. Это единственный инструмент. Мы их уговорить не сможем, ничего с ними сделать не сможем. Но там они так живут в России, похоже. Вот опять, не все, но есть вот это значительное большинство населения, которое живет вот так, которое готово к смерти, потому что им терять нечего, потому что у них ничего нет. Вот нашим терять и нам терять нечего, потому что за нами как бы наши дома, наши родные, наше все, да, и мы не хотим терять свою страну и свою землю. А они готовы умирать, потому что им нечего терять, в смысле у них вообще ничего нет. Им что пьяными умирать под забором, прав был Путин, что пьяными умирать на поле боя, в общем, примерно одно и то же. Пане Михайле, ви кажете, нема в що їх вдягнути, нема чим їх озброїти, але ж, знову-таки, повертаючись до Путіна і його майбутньої зустрічі з північнокорейським лідером, чи правильно я розумію, що там буде реалізована схема зброя в обмін на продовольство? Ну, що Росія дасть корейцям північним харчі, а ті віддадуть свої снаряди, реактивні системи залпового вогню. Або ж, чи може там реалізована буде програма ракетні, ядерні технології від Росії в обмін на ті такі снаряди і ті такі допомогу іншу військову тієї, якої зараз російська армія конче потребує, щоб вдягнути і озброїти тих своїх солдатів? Не, ну, смотрите, во-первых, я не говорю, что у них вообще нет. У них на 300 тысяч есть, у них нет там на миллион, на 2 миллиона, на 3. То есть у них есть некие резервы, запасы, которые поступают с производства, там, не знаю, чем там надо, ватники, портянки, вот это все появляется, да. И танки, там, неважно, ружья. Вот, это все у них на 300 тысяч человек есть. То, что способно им поставить Южная, Северная, извините, Корея, это неприятно очень для нас, с одной стороны. Но это не переломное что-то, это не то, что это прям меняет положение дел полностью. Это, к сожалению, если до этого количество снарядов у россиян все время снижалось, потому что производить они новые не успевают, склады постепенно пустеют, постепенно. Стволов им не хватает, потому что они не успевают производить столько стволов, сколько и даже снимать с консервации, сколько им нужно, сколько мы уничтожаем. Но вот это придаст какой-то новый импульс россиянам. Но количество вооружений у Северной Кореи оно очень ограничено. То есть есть склады, вот на них столько. Это не то, что Северная Корея способна производить в месяц там что-то значимое для россиян. Только вот то, что со складов продать. И это, конечно, будет неприятно очень нам, но краткосрочно неприятно. Это не что-то меняющее смысл. Но я еще пока надеюсь, вы знаете, ведь эти разговоры про то, что северокорейцы продадут свои вооружения россиянам, они идут уже примерно год. Примерно год. И год назад, я помню, как впервые стали поступать сведения, что якобы северокорейские снаряды уже были на фронте, но так мы их потом не видели, этих доказательств. То есть у страха оказались глаза велики. Может быть, что и сейчас ничего не получится у россиян. Там никто ни под что не подписывался. Китай не факт, что согласится. Американцы продолжают давить. Это все происходит в любом случае. На Северную Корею имеется в виду. Не факт, что они это продадут. Вот. Но кроме того, они... Они же сами готовятся к войне с Южной Кореей, им нельзя просто так все отдавать. А на вашу думку, чи не може там на тих переговорах з Путіним, за Кім Чен Ином стояти Сі Цзіньпінь? Ну, в тому плані, що використають Північну Корею лише як там прокладку, щоб приховати допомогу від Китаю. Умовно кажучи, да? Північна Корея віддає всі свої снаряди, які має на складах, Китай натомість ті склади новими своїми снарядами заповнює. Знову ж таки, Китай уникає санкцій, Росія отримає в достатній кількості боєприпасів, щоб продовжувати з Україною воювати. Ну, начебто ми ж розуміємо, що Китаю вигідне продовження цієї війни. Значить, стоять може, але може же стоять як в одну сторону, так і в другу. Як бути тою країною, яка, грубо говоря, агітирує і науськивает Северну Корею, говорить, ну-ка, поставьте-ка им от своего имени, ну, то, как вы рассказали. А может быть, ровно наоборот, который говорит, а-ля-ля-ай-яй-яй, нет, ничего не будешь поставлять, я тебе не разрешал. Это может быть и в другую сторону. Сказать, что Китаю выгодно продолжение этой войны, я этого не знаю. Это совершенно не очевидно. У Китая есть некоторые задачи по этой войне. Это задачи, их, в общем, две, по большому счету. Потому что на судьбу Украины Китаю, честно говоря, вот наплевать. Просто вот нет, дело Китаю до Украины. А до России есть. Китаю нужна единая Россия, очень слабая, во главе либо с Путиным, либо с его наследниками какими-то политическими. Но очень слабая, бедная, нищая, слабая. Поэтому сказать, что Китай прямо вот хочет продолжения войны,
А при каких условиях? Продолжение войны, в которой Россия проиграет, им не нужно. Продолжение войны, где Россия ослабится, ну, может быть. А может, они уже считают, что она уже в достаточной степени в их руках. Ведь что произошло? И на Китай больше сработали, конечно, санкции даже, чем против России, чем сама война. Россия лишилась любых других опор в мире, любых других. Россия никогда не была самодостаточной страной, не самостоятельной, никогда не могла себя обеспечить ничем. Но у России был выбор. Она могла быть с этими, могла с теми, могла так, а могла сяк, могла балансировать. Сегодня у России все просто и очевидно. Россия не выживет без Китая вообще. Ну просто России нечего будет прям ни есть нечего, ни работать никак, все что угодно. Вот. Поэтому я вот не уверен. Я не знаю, какие сегодня настроения там в Китае на эту тему. У Китая есть большие мирные задачи, как говорится. Китай их продемонстрировал на БРИКСе. Он хочет строить огромную коалицию стран во главе с собой. Так весь этот глобальный юг, как сейчас модно говорить, видимо, это выражение уже постепенно входит в обиход, глобальный юг. Давайте называть это глобальный юг. Китай должен объединить глобальный юг во главе с собой любимым. Желательно накачать его каким-то ВВП, потому что, ну вот в чем проблема, да, Китая? Он может объединить много стран, но в сумме их ВВП будет в 3 раза ниже, чем у G7. И это, конечно, для Китая плохо. Вот, поэтому не факт, что у Китая есть военные задачи, у него могут быть чисто мирные задачи. Ну, например, Китай может хотеть, чтобы в России был более вменяемый лидер, не более сильный, нет, ни в коем случае, так сильнее им не надо, но который не в розыске, чтобы можно было везде возить, там, чтобы у него можно было покупать руду, не знаю, что-нибудь арендовать, не рискуя попасть на санкции, продавать ему все, что угодно. Это может устраивать китайцев. Ми чули про припущення, що все-таки Путіна запросили до Китаю, до Пекіну. На вашу думку, чи наважиться він туди полетіти? Ну, з розумінням того, що він іще далі тоді буде від свого того московського трона. Чи є йому заради чого туди в Китай прямувати? Чи треба йому цей візит? І з чим він туди поїде, чим повернеться? Трудно йому буде. Ви знаєте, трудно, тому що все-таки він же не поїхав от в Турцію. Да? Казалось би, ну Турція, ну... Ну, Турция, ну что там, и что ему там сделают, да? Но все-таки не поехал, не решился. И, как видим, пока ни разу после получения ордера на арест он не решился ехать никуда вообще. Ну, знаете, когда, как это, утка крякает 100 раз, мы считаем, что 101-я она тоже крякнет, а не залает. Вот примерно так я бы уже про Путина говорил. Раз он уже отменил такое количество поездок в Индию, ну, например, Индия не... является членом Римского статута, не поехал. В Турцию, не член Римского статута, не поехал. Он за это время не посетил ни Казахстан, ни Беларусь, просто ничего, ни разу, ни одного разу. Вот. Поэтому это очень странно, так, ну как, не странно, но такое, тенденция явно видна. И сказать, что он так легко теперь возьмет, поедет в Китай. Китай, конечно, для него самая доступная страна, в том смысле, что вот граница рядом, раз. Второе, что Си Цзиньпинь реально в одно лицо может принимать решение. То есть где еще такая страна? Беларусь? Так там Лукашенко не знаем, какое решение принять. Он может принять решение, что ему выгоднее продать Путина в Гаагу, чем отпустить в Москву. Вот, поэтому Китай самое надежное место, куда вроде как можно поехать. Но решится ли? Думаю, что нет. Я так абсолютно думав і за Владивосток. Я не вірив, що він наважиться туди поїхати. Мені здавалося би все-таки, і це також його зупиняє, що в Валдайському, в Кремльовському бункері йому все-таки спокійніше. Але греть з ним, з тим Путіним. Якщо можна, давайте наостанок до нашого президента, до Володимира Зеленського, який збирається на Генасамблею Організації Об'єднаних Націй щорічно у вересні в Нью-Йорку. Поважне це зібрання, де буде і український президент цього разу. На вашу думку, от нам... простим українцям є про що сподіватися від тієї Генасамблеї, або ж з розумінням того, що для нас з вами ця організація себе дискредитувала, і навіть якщо Володимир Зеленський да, на трибуні Генасамблеї ООН зніме берд свій і буде стукати по трибуні з вигуками, ну що ж ви таке робите, ви ж бачите, що з нами творить ця Росія, а ви байдуже за тим всім спостерігаєте. Навіть якщо він на такий демарш піде, ну все одно жодного сенсу з того не буде. Чи правильно я розумію?
Нет, дискредитировала себя не организация, все-таки отдельно ее представители. Не могу сказать, что ООН как организация. Ну, ООН действовала... Скільки в Росії там вплив великий, наскільки, що вони в Радбезі ООН блокують, мають блокуючий голос вето, ну, з розумінням того, що ця не організація, да, а сам принцип оцього світового балансу, він нам не допомагає. В этом смысле, да. Но там есть генассамблея, можно решать всем вместе. Резолюции Генеральной Ассамблеи можно принимать. И там уже ни у кого нет права вето. Вот такой, например, механизм. Есть много других. Да, с одной стороны, вот, например, комиссия ООН решила и объявила, что пока нет доказательств достаточных того, что Россия творит там геноцид украинского народа. Пока нет доказательств. Но в то же время, это было на прошлой неделе. А уже на этой неделе вот эта госпожа, не вспомню сейчас ее фамилию, из ООН, которая ответственная за комиссию по... докладчик ООН по вопросам пыток, вот, Элис Эдвардс, она сказала, что есть собраны доказательства уже, да, ООН, что пытки, применяемые российскими военными против украинских мирных жителей и военнопленных, достигли такого уровня, что их можно назвать системной, одобряемой государством политикой. Это заявляет ООН. Это, говорит, не случайное аномальное поведение, это организовано как часть государственной политики по запугиванию, внушению страха и наказанию. И это в нашу пользу, но это более чем в нашу пользу такие заявления, потому что это ответ любому, кто предложит нам какие-то территории хотя бы временно оставить за Россией. Говорит, давайте перемирие. Мы скажем, а, перемирие, то есть все это время можно пытать наших граждан, правильно? Ну так же вот получается. Вы же сами написали, что... их сейчас там пытают. Прямо сейчас, прямо там. Это вот ООН написала, не мы придумали. Поэтому, да, мы с одной стороны видим плохие решения ООН, плохие для нас, но вот вам решения ООН, которые в нашу сторону ориентированы. МАГАТЭ, когда сюда ездил, что же ООН там занималась этим МАГАТЭ? И тоже, в общем, доклад МАГАТЭ по Запорожской АЭС, он был в нашу пользу абсолютно, прям с фотографиями российской военной техники возле реакторов и так далее. Поэтому про ООН я бы не стал это все прям отрицать. Все, ООН там плохая, нам она не нужна, несите следующую ООН. Это не так, это не так. Да, там есть много, к сожалению, назначаемых Россией чиновников. Похоже, Гутерреш уже коррумпирован россиянами, судя по его последним заявлениям. Так бывает. Но ООН, она больше, чем Гутерреш любой. ООН – это огромная штуковина, огромная система, и поэтому польза в любом случае есть. Ну и главное – это, конечно, трибуна. Это трибуна для обращения к народам мира. И это очень хорошая трибуна. И вот когда вы говорите, что кто-то там ботинком стучал по трибуне ООН, все же помнят, как кто-то стучал. Значит, это хорошая трибуна. То есть важно, что там можно так стукнуть берцем, чтобы это запомнил весь мир. Значит, это хорошая, как минимум, трибуна для обращения к народам. І наостанок, окрім того візиту до Генасамблеї ООН, Володимир Зеленський матиме можливість, ймовірніше за все, побачитися і зі своїм американським колегою. На вашу думку, чи буде там підніматися питання атакамсів? Певен, що буде, але чи буде воно вирішене так, як нам з вами, українцям, хотілося б? Чи зможе Володимир Зеленський все-таки вмовити Байдена дати нам ці 300-кілометрові ракети до Хаймарсів? Ну, я ось сьогодні, пожалуй, дам свой прогноз впервые на эту тему. Я считаю, что вопрос подниматься не будет, потому что он уже решен. Потому что я считаю, что Байден уже принял решение, и что в следующем пакете мы прямо увидим эти самые атакамсы. Вот мне почему-то по сумме... Ну, у меня нет, естественно, разведданных. У меня есть просто сумма разных статей в разной западной прессе. Их слишком много, а у каждой статьи по два источника, и в сумме источников слишком много, которые в сумме говорят мне лично о том, что, скорее всего, решение просто действительно уже принято. Возможно, это как ответ на вот эти переговоры с Северной Кореей, я точно не знаю. Возможно, это ответ на отказ Путина от зерновой сделки. Ну вот, например, вполне допускаю, что Путин вышел из зерновой сделки, а Эрдоган сказал, я его верну, поехал в Сочи, не вернул. Это же было всего неделю назад. И тогда Байден принял такое решение. Вот это я готов поверить. Вот. Или там что-нибудь с китайцами. Например, Си Цзиньпинем они о чем-то говорили, поэтому не поставляли. Си Цзиньпин не приехал на встречу с Байденом в Индию, а он именно не приехал на встречу с Байденом. Он же отказался, ну то, что он не приехал в Индию, это означает не то, что он отказался встречаться с президентом Нигерии, которая была там в качестве наблюдателя, он отказался встречаться с президентом США. Вот. И атакамсы могут быть и ответом, и китайцам тоже. Поэтому я почему-то верю, что мы это получим даже раньше, чем Генассамблея ООН примет Зеленского.
Пане Михайле, на цій оптимістичній ноті новині про те, що атакамси вже у країні вирішено передати, пропоную завершити. Дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую усім глядачам, хто був з нами на стрімі. Дякую за ваші лайки, коментарі. Нагадую про підписки у разі, якщо ви на нас, на 24-й канал, на канал Михайла Шетельмана і ще не підписані. Слава Україні! Героям слава! Спасибо, до свидання. До побачення. Побачимось.